Выпускается два вида векселей – дисконтные и процентные. Дисконтные получили большее распространение, потому что они законодательно наиболее хорошо описаны. Что такое дисконтный вексель? Дисконтный вексель – тот, который размещается по цене ниже номинальной стоимости, ниже цены, указанной на векселе. Соответственно, прибыль инвестора составляет разницу между ценой приобретения и ценой погашения векселя. Процентный вексель – это тот вексель, на котором по которому платится номинальная стоимость, плюс указанный в векселе процент. Порядок обращения процентных векселей в российском законодательстве прописан в меньшей степени, и с ними лучше не работать. Вексель – это ценная бумага, простое, ничем не обусловленное обязательство оплатить держателю векселя указанную в нем сумму. В зависимости от формы векселей, векселя делятся на простые и переводные. По простому векселю платит организация, выдавшая вексель. По переводному – организация, на которой платеж переведен. Векселя используются как расчетный инструмент за поставленные товары, оказанные услуги, но и вексель также можно купить на рынке за деньги. Вексель интересен прежде всего своей доступностью. На настоящее время, как мне кажется, это наиболее часто используемые, наиболее обращаемые ценные бумаги в Российской Федерации, на территории Российской Федерации. А универсальность векселя, может быть, заключается в том, что его можно использовать, ну, как деньги, безотносительно к тому, за что он был получен и от кого был получен. Главное, чтобы он, организация, платящая по этому векселю, была платежеспособной. Вексель – это те же деньги. Существенной характеристикой векселя являются его реквизиты. К реквизитам векселя относится само наименование «вексель», слово «вексель». В предложении о том, что по векселю обязуется, вексель представляет собой простое, ничем не обусловленное обязательство оплатить указанные векселя суммы. Это первый параметр. Второй параметр – сумма к платежу. Третий – обязательный вексельный реквизит. Кто платит по векселю? Четвертый – когда составлен вексель, пятый – где составлен, шестой параметр – когда платится по векселю, можно получить причитающуюся сумму по векселю, и седьмой параметр – место, где эту сумму можно получить. В том случае, если векселедержатель приходит к векселедателю, предъявляет вексель к платежу, как правило, документы, оформляющие эту сделку, следующие – заявление о предъявлении векселя к платежу, естественно, сам вексель, акт приема передачи, по которому векселедержатель передает вексель организации, выпустившей этот вексель. Это те документы, которые представляет векселедержатель. Организация, принимающая вексель, в свою очередь, естественно, может потребовать от держателя векселя подтверждение его право на этот вексель, который устанавливается по непрерывности цепочки эндосаментов на обороте векселя. Затем, конечно, паспортные данные, если это физическое лицо. Если этот держатель векселя является представителем юридического лица, то он должен прийти с доверенностью от организации, которую он представляет. Вошла в настоящее время в практику, вошла также в настоящее время также при предъявлении векселя, особенно в первый раз, у держателя векселя, представителя организации, требуется предъявление банковской карточки, заверенной нотариально. Это позволяет организации, оплачивающей вексель, проверить достоверность подписи и оттиска печати. Результатом выполнения обязательств организации перед векселедателем является уплата денежных средств, платежные поручения, приход денег на расчетный счет. В том случае, если это не произошло, с документами, а именно с актом приема передачи, векселедержатель, последний векселедержатель может обратиться в суд и по суду взыскать свои денежные средства. Предусмотрены следующие пени и штрафы за просрочку выплаты векселя. Это пени в размере ставки рефинансирования Центробанка и штрафы также в этом же размере. То есть, вообще говоря, штрафы и платежи по векселю
за нарушение обязательств по векселю в два раза превосходит аналогичные штрафы и платежи по простому долговому обязательству. Если держатель векселя является физическим лицом, то, конечно, документы какие? Акт прямой передачи, заявление, в котором, как правило, просят указать платежные реквизиты. По векселю, как правило, организация векселедателя платит безналичным образом, но в том случае, если это банк, возможно, наличные платежи. Если это промышленная организация, платеж, как правило, происходит безналичным образом. В том случае, если организация не выполнила свои обязательства по платежу, гражданин, владелец векселя последний, имеет право с этими документами обратиться в суд. Основные опасности, которые ожидают физическое лицо, приобретающее вексель, заключаются именно в том, что именно там, именно при приобретении векселя на рынке. Вообще говоря, организации все-таки стараются свою кредитную историю иметь хорошую кредитную историю и представить себя в выгодном свете. Поэтому, конечно, организации, как правило, платят по векселю. Я не беру крайние случаи, которые были в ходе дефолта 98 года. Основная опасность для физического лица заключается именно в процессе приобретения векселя. Здесь, как правило, и возникают все те риски, которые его поджидают как инвестора на рынке. В первую очередь, какие это опасности? Это опасность получения векселя, по которому некому платить. Это либо обанкротившиеся организации, либо организация, ну, фальшивой, вымышленной организации, либо реальный вексель, но с подделанной суммой, то есть бланк достоверный, подпись, печать достоверной, подделанной суммы векселя. Либо все в векселе правильно, но организация, выдавшая этот вексель, исходно решила не платить по этому векселю. Ну, рассмотрим эти ситуации последовательно. Конечно, вексель – это простое, ничем не обусловленное обязательство оплатить указанные вексели суммы, которая обладает семью основными признаками, реквизитами. Поэтому, вообще говоря, вексель может быть и документ, просто написанный на бумаге ручкой. Он будет иметь все силы векселя, если соблюдены вот эти правила. Вексель, сумма, сроки, место платежа, кто будет платить и так далее. Но, конечно, учитывая риски, которые существуют на рынке, все-таки лучше работать с векселями, изготовленными на бланках, во-первых, и, во-вторых, работать с векселями организации, которые известны уже на вексельном рынке. Ну, конечно, очень известный оператор, безусловно, это Сбербанк, конечно. Конечно, известный широко имеет хождение векселя «Газпрома». Очень надежные на рынке векселя Тюменской нефтяной компании. Поэтому в том случае, если физическое лицо собирается получить по векселю, платеж векселем, ну, либо получить вексель как ценную бумагу в расчет за что-то или гарантии чего-то, нужно все-таки ориентироваться на ценные бумаги именно этих эмитентов. В том случае, если организация не часто выпускает вексель, они могут использовать стандартные вексельные бланки, которые выпускаются Минфином или Ассоциацией участников вексельного рынка. Вот плюсы и минусы этого. На рынке бланки векселей Минфина, которые обращаются уже много лет, и появилось много подделок. Поэтому все-таки частному инвестору целесообразно воздерживаться от работы с векселями, которые выписаны на стандартных бланках Минфина, либо работать с ними через профессионалов, которые имеют возможность проверить достоверность этих бланков. Первое. Второе. Когда осуществляется сделка купли-продажи либо передачи векселя непосредственно физическому лицу, желательно убедиться, связаться с организацией, убедиться, что действительно вексель был выпущен с такими реквизитами. Любая уважающая себя организация, выпускающая векселя, указывает на векселе телефоны и свои адреса, по которым можно позвонить и выяснить, действительно ли такой вексель был выпущен. Есть такая опасность, что будет предложен фальшивый вексель, на котором будет указан реальный телефон, но не той организации, которая выдала вексель,
а, скажем так, контактный телефон, по которому сидит мошенник, сообщник того лица, который продает вексель. Поэтому желательно, конечно, помимо того, чтобы связаться по телефону, выяснить параметры векселя, уточнить, действительно ли этот телефон относится к этой организации. И совсем такая, ну, не хочу сказать стопроцентная проверка, но достаточно проверка, гарантирующая в достаточной степени надежность совершения сделки с векселя, если с этим векселем подъехать до того, до его приобретения непосредственно к организации векселедателю и попросить проверить достоверность, проверить факт выдачи, ну и в устной форме проверить достоверность векселя. Обычно организации отвечают на вопрос факта выдачи векселя, действительно ли вексель с такими реквизитами был выпущен или нет. Достоверность бланка векселя проверяется неофициально, но по основным признакам, но это достаточно надежная проверка. Это что касается бланка векселя. Если нет возможности связаться с этой организацией, отсутствует телефон по каким-то причинам, на что нужно обратить внимание частному инвестору? Во-первых, на цену векселя. Цена векселя не должна быть очень дешевой по сравнению с его номиналом. Не нужно здесь стремиться нажиться. Как правило, дешевый сыр бывает только в мышеловке. В настоящее время дисконты годовые на вексель сложились от 7% годовых до 20%. Вот если в этом диапазоне процент доходности годовой попадает в этот диапазон, ну, можно предположить, что в принципе не впаривает фальшивый вексель, не продает фальшивый вексель. Я в своей практике встречал случаи, когда векселя продавались с дисконтом 97%. Но это был совершенно очевидно случай мошенничества, и здесь однозначно эти векселя отвергались. Первое. Что касается случаев, когда нет возможности проверить бланк векселя организации. Второе, на что имеет смысл обратить внимание. Вексель обязательно должен быть подписан оригинальной подписью. Ни в коем случае не факсимиль. Только оригинальная подпись. Соответственно, он тиск печати должен быть. Должен быть оттиск печати. Нужно проверить на то, чтобы бланк векселя не был ксерокопирован на нецветном ксероксе. Какие формы проверки в этом случае? Как правило, цветные ксероксы, которые используются, они не дают полного совмещения трех цветов, трех изображений. И на границе перехода цветов видны расплывы этого цвета. В том случае, если используются принтеры для тиражирования векселя, как правило, это струйные принтеры. Под лупой увеличительное стекло увеличением порядка 10-20-кратного можно различить отдельные точки. Векселя, выполненные типографским образом, типографским путем, этими точками не обладают. Есть некоторые другие способы проверки достоверности бланков. Пожалуй, на этом остановимся. Очень часто на векселях, выполненных на бланках, выполняется микропечать. Но, правда, я хочу сказать, что современные ксероксы микропечать тоже ее воспроизводят. Я сам проверял эту вещь, достаточно степени достоверности микропечать делает. В том случае, если организация собирается обмануть своего инвестора или человека, которому она продает вексель, или вексель исходно был выпущен с намерением либо не платить по векселю, либо оплатить не ту сумму, на которую рассчитывает инвестор, имеет смысл обратить на следующее. Ну, во-первых, 7 признаков, 7 вексельных реквизитов, это обязательно нужно контролировать. А затем отсутствие грамматических ошибок в слове «вексель». Если в предложении будет «по настоящему векселю организация такая-то обязуется оплатить такую-то сумму», если, допустим, в слове «вексель» будет не написан мягкий знак, либо написана другая буква, вообще говоря, это уже не «вексель» юридически. Это «весель» или там «весел» или «вексел». Любой суд, в любом суде нет основного вексельного признака. Это один момент. Второй момент. Вексели, как правило, вексели, суммы вексельные, как правило, пишутся двумя способами, цифрами и буквами. Эти суммы должны совпадать. Если эти суммы не совпадают, платеж происходит по меньше указанной суммы.
В том случае, если сумма векселя указана цифрами разные, платеж происходит по меньшей вексельной сумме. В том случае, если сумма векселя указана цифрами и буквами, платеж происходит по той сумме, которая указана буквами. Поэтому вот некоторые организации, которые, привлекая денежные средства, не собирались возвращать их в полном объеме инвесторам, они что делали? Писали приблизительно следующим образом. По данному векселю стоимостью, пишут, допустим, 100 тысяч рублей буквами, такая-то организация обязуется через 3 месяца заплатить, допустим, 150 тысяч рублей цифрами. Вроде бы чисто формально текст понятный, ясно, что я отдал 100 тысяч рублей, через 3 месяца мне должны 150 тысяч рублей. Но 100 тысяч рублей написано буквами, а 150 тысяч рублей написано цифрами. Поэтому организация, выдавшая вексель, с чистой совестью заплатит 100 тысяч рублей. То есть вы по существу прокредитуете эту организацию на 3 месяца своими деньгами бесплатно, ничего взамен не получите. Это вот реальное мошенничество, которое встречалось на фондовом рынке. Потом зачастую на такие вещи необходимо иметь в виду. Место платежа по векселю. Очень часто бывают такие ситуации, когда, допустим, указывают место платежа такая-то организация, город там Москва. Москва большой город. В каком месте находится эта организация? У нее может быть в разных местах место платежа. Может быть какой-то вообще офис тайный, в котором чисто юридически происходит платеж по векселю, но он нигде не указан в адресах этой организации. Что может произойти в этом случае? В том случае, если вексель сроком платежа на определенное время, как я уже говорил, один из обязательных вексельных реквизитов – это время платежа по векселю. Если указана конкретно дата платежа, допустим, 5 августа этого года, то вексель нужно предъявить 5 августа, либо в 2 рабочих дня после этого дня. Если этот срок будет пропущен, в этот момент не будет предъявлен вексель, либо не будет нотариально удостоверено, что по векселю отказались платить, вексель теряет силу векселя, он становится просто долговой распиской. По нему нельзя получить безусловный платеж, и по нему нельзя получить двойной штраф, как я уже говорил, пени и штрафные санкции в размере каждой ставки Центробанка, то есть двойной ставки Центробанка в совокупности получается. Соответственно, пока векселедержатель будет метаться по городу Москве, искать, где предъявить вексель, этот срок может пройти. Кстати, один из признаков, на который имеет смысл обратить внимание векселедержателю, срок платежа по векселю. Если точно указана дата, на такой вексель лучше не соглашаться. Лучше, если формулировка следующая. По предъявлению, но не ранее такого-то числа. Тогда этот векселедержатель имеет право в течение года после указанной даты обратиться к векселедержателю. Ну, вообще говоря, к векселедержателю он имеет право обратиться в течение 3 лет. И в течение 3 лет векселедателю, он имеет право обратиться с этим векселем, и в течение 3 лет после этой даты указанной векселедатель обязан оплатить как по векселю. В течение года держатель векселя имеет право обратиться ко всем лицам указанным в векселе. То есть вексель будет иметь индоссанты, лица, указанные на оборотной стороне векселя, будут нести по этому векселю обязательства, ну, в части их касающиеся. То есть, если, допустим, организация векселедателя отказалась платить по векселю, любой из указанных в цепочке индоссаментов лиц обязан по этому векселю совершить платеж, если к нему будет обращено это взыскание. Уж потом судиться и так далее, но это обязательство остается. Поэтому векселедатель, если формулировка существует по предъявлению, но не ранее, в течение года может смело обращаться с этой ценной бумагой, как с векселем. Но если указано оплатить точно в дату, то это дата и 2 следующих рабочих дня. Какую прибыль может получить инвестор от векселя? На какую прибыль он может рассчитывать? Но здесь 2 вида прибыли. Вообще векселя выпускаются дисконтные, в некоторых случаях векселя выпускаются процентные. Векселя процентные я не люблю. Они законодательно не очень определены в российском законодательстве. Проще работать с векселями дисконтными. Что такое дисконтный вексель?
Допустим, на векселе указана сумма 100 тысяч рублей, вы его покупаете за 90 тысяч рублей с дисконтом. Ваш дисконт составляет 10 тысяч рублей. В том случае, если вы на рынке купили этот вексель за 90 тысяч рублей, предъявили его векселедателю, получили 100 тысяч рублей, ваша прибыль составила 10 тысяч рублей. Это прибыль для держателя векселя, для инвестора, для физического лица. Рассчитывать на подобную прибыль по процентному векселю я бы не советовал. Здесь есть много юридических тонкостей и несостыковок в законодательстве вексельном национальном. Поэтому лучше работать с дисконтными векселями.